Государственная дума России денонсировала договор по открытому небу. Комитет парламента по международным делам единогласно проголосовал за документ. Ранее законопроект был внесен президентом Владимиром Путиным. 2 июня ожидается рассмотрение этого вопроса Советом Федерации. Решение вступит в силу через 6 месяцев после утверждения главой государства. Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Согласно международному соглашению, разрешали свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-участников конвенции. Договор являлся одной из мер по укреплению доверия между европейскими странами после завершения холодной войны. В ноябре 2020-го из договора по открытому небу вышли США.